В феврале губернатор Орловской области стал одним из самых активных блогеров среди глав регионов. Данные публикует Национальная служба мониторинга. В онлайн-дневнике Александра Козлова за последний месяц появилось 10 записей. Орловский глава вместо традиционного ЖЖ предпочел блог на отдельном сайте. В этой категории его ближайший соперник – новгородский глава. Он опередил Александра Козлова на 6 публикаций. Кстати, уже в марте в интернет-дневнике орловского губернатора появилось еще 3 записи. В последней глава нашего региона рассуждает о запрете на курение в общественных местах. Губернатор даже припомнил истории из личного опыта. Пару раз мои подчиненные, завидев меня, не найдя ничего лучшего, окурки прямо в карманы брюк прятали. Я, конечно, делал вид, что не замечаю. Все-таки люди серьезные, а ведут себя как дети. Приоритеты нужно правильно ставить. Все, что человек делает, он делает в первую очередь для себя самого. К слову, Александр Козлов сам стал примером для своих подчиненных. Не так давно он отказался от курения и в блоге отмечает, насколько хорошо это отразилось на его самочувствии.